Здарова всем, ребята, Кентуга на проводе. И прямо сегодня я нашел похитителя ТикТака. И прямо сегодня, ребята, ему будет очень даже не сладко. Буду прожмите лайк, если вы за миром в всем мире. Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что то, что будет сейчас, это просто лютейший трэш. Поэтому присаживайтесь поудобней. Поехали. Небольшая предыстория для тех, кто в танке, и для тех, кто не подписан на мою телегу, ссылочка, которая есть в описании. У меня есть друг. И этого друга похитили. И похитители играют, оказалось, Stand of 2. Вот так вот. И я решил вот этих вот похитителей проучить и дать им по заслугам. Что же с этого вышло? Присаживайся поудобней, лайкусик, подписочка. Полетели. Как же вообще все это произошло и как я вообще об всем этом узнал? Я сделал пост в сообществе, и вы почитаете вот эти вот комментарии. И я понял, что что-то с моим другом не так, и я решил его спасти. Я ему написал в телеграм, и я понял то, что в его телеграме был не он, а какой-то другой человек. И если бы этот человек узнал то, что я друг ТикТака, то тогда он бы мне ничего не сказал. Но я сказал то, что я его хейтер. Я только рад, что они его похитили. И вот тут-то было самое интересное. И знаете, какое было первое голосовое? Здорово, этот клоун у нас, и он плачет. Поэтому, ребята, я придумал очень хитрый план мести. Я спросил, играет ли они в Stand of 2, и он мне ответил: я раньше играл в Stand of 2, и у меня не было ни одной арканы, я ливнул из этой помойки. И, короче, знаете, что я придумал? Вы сейчас просто не поверите. Я сказал то, что я им респектую, то, что они красавчики, все, что сделали с моим другом. Я попросил, чтобы они написали логин и пароль, и я их хочу отблагодарить. И знаете что? И они реально написали логин и пароль, и еще мне сказали... Обнял, брат. Спасибо за прокачку. Они еще поблагодарили. Но они-то не знают, с кем они связались. 5 minutes later. Ну что же, ребята, и я уже зашел на его аккаунт. И давайте просто посмотрим, что же это. Первое, что вижу, это аватарочка ТикТака. Ну окей, это ладно. Мы зашли на аккаунт этого парниша, этого красавчика, этого молодого похитителя. И знаете, что я вижу? Я вижу очень интересный ник под названием «Дам в два раза больше голды». Ребята, такие ники делают себе только обманщики. Вы им даете, например, 2000 голды, а они вам дают 4000 голды. Но это они так говорят. А на самом деле они вам вообще дают. Поэтому, ребята, никому не советую и не верьте никому случаю таким разводилам. Потому что, ребята, вас так пытаются обмануть. И, по всей видимости, этот похититель еще и разводила. Ё-моё. Давайте посмотрим, что у него по статистике. По статистике, я смотрю, он Stand of 2 даже не играл. Он даже Stand of 2 не играл. Так, давайте посмотрим клан. Клана у него нету. Конечно же, откуда у него клан? О, зато мы видим его балик. У него 248 голды, но не поганенько, ё-моё. Смотрим, девочки, в друзья. И тут, в принципе, все как обычно. Но прямо сейчас будет самое-самое интересное. Потому что мы перейдем в личное сообщение и посмотрим, что же он там писал. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте обо всем порядку. Первое, что вижу. Дай мне 1000 голды, а я тебе дам 3000. Обалдеть, ничего себе. Это обман, ребят, не верьте. Посмотри, не пытайся всех обмануть. Ты кто, тебе сколько надо? Дай 1000, я тебе дам 5000 голды. Это прямо сегодня он писал. Ребята, ни в коем случае не верьте таким разводилам, потому что они все пытаются обмануть. Ничего себе. Давай я тебе 2000, а ты мне 1000. Капец, ребята, я просто в шоке. Он всех в наглую пытается обмануть и всем наврать. Ни в коем случае не верьте. Тут парень пишет, дай голды пыжи, а он сам у него просит голду, пишет, давай ты мне 1000, я тебе 2000. Ничего себе. Давай голду я дам в два раза больше. Обалдеть, какой же наглый. Давай напишу. Это аккаунт разводилы. И давайте я всем отправлю, чтобы никого не обманул, чтобы все знали, ребята, что этот аккаунт разводилы. И я думаю, вы все прекрасно понимаете то, что его надо проучить и дать ему по заслугам. Первое, что мы делаем, меняем ник на «Я разводила». Вот прям так, с ошибками. Чтобы все понимали то, что он пытается всех обмануть. Дальше, меняем аватарочку, чтобы он не поганил ник ТикТак. Но вот эту бомбочку, видите, вот эту бомбочку, все, поменяли. И теперь мы перейдем к нему в инвентарь и посмотрим, что же мы там можем сделать и как же мы можем похулиганить. Вот сейчас будет самое интересное. Ну что, дорогой, показывай, что там у тебя есть. Так, ребята, он говорил то, что у него нету даже легендарки. Да, он не соврал, у него нету легендарки. У него есть 1, 2, 3, 4... 5! 5 аркан!
И при этом он мне говорил: я такой бедный, у меня даже легендарки. Так у тебя арканы есть, зачем тебе легендарки? Ничего себе, какой он наглый. И 248 голды на счету, еще и 5 кейсиков. Так, ребята, я считаю, надо проучить. И прямо сейчас, для начала, мы просто, ребята, откроем все кейсики, что у него есть. Но почему бы нет? И знаете что? Я буду надеяться, что ему будут выпадать одни рарки. Вот реально, я желаю, чтобы выпадали не арканы, а рарки. Потому что, ребята, это аккаунт обманщика и похитителя. О, выпала легендарка. Ну, ребята, ну, это получается выпала его мечта, да? Он же мечтал о легендарке. Знаете, что мы сделаем? А мы прямо сейчас ее продадим за... Нет, не за 16 голды. Я ее продам за 0.03. До свидания, брат! Ох, ребята, и это только начало. Дальше будет прям лютейший трешничок. Ну чё, кейсичек номер 2. Дело буст на все рарочки, его любимые. И давайте-ка мы ему выбьем рарку. Вот если мы еще выбьем рарку, я даже продавать не буду. Так, ребята, мы убиваем. Ля, вот это ему везет! Мы ему выбили 5 с инвином. Так, ну пока что мы этот 5 с инвином трогать не будем. Мы все самое сладкое оставим на потом. И вот потом, что мы сделаем с этим 5 с инвином, вы увидите. Так, у нас еще осталось 3 кейсочка. Ну давай, делай буст раз. Ой, блин, я сделал буст на аркану. Чуть я ошибся. Делай буст раз, делай буст 2, делай буст 3. На его любимые рарочки, да? Ах ты, негодник-то какой, да? И что же выпадает? Опять легендарка? Да чё же ему так везет? Я не понимаю, как это работает. Но почему вот таким вот людям вот так вот сильно везет? Алло, гараж, стендов 2, ты чё творишь? Дай ему, пожалуйста, самые дешевые, самые плохие. И просто самые-самые-самые рарки. Вот, например, G22 карбон. Ой, какая красивая рарочка. Пожалуйста, стендов 2, дай ему именно эту рарку, чтобы он потом зашел на аккаунт и просто обалдел. То, что, во-первых, я открыл его кейсички, а во-вторых, то, что у него одни рарки. Опять легендарка! Я реально не понимаю, как так везет таким людям, как он. Вы посмотрите, одни легендарки падают и арканы. Ё-моё, что с этим миром не так? Ничего, ребят, у нас остался последний рабл кейс. Я делал буст на P350 ралли. Пожалуйста, P350 ралли. Родненький ты мой, не подкачай. Давай, 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 давай. P350 ралли, P350 ралли и... Desert Eagle Dragon Glass. Так, ну что, ребята, вроде бы как мы с кейсиками справились. Ну а дальше будет только интересно. Я что смотрю, ребята, у него слишком много легендарок. Их целых 2 штуки. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас купим еще. Еще купим. Раз, два, три. Вы скажете, Кента, пока ты что творишь? Он же всегда хотел легендарки. Ребят, сейчас все поймете. Сейчас все поймете. Мы покупаем как можно больше легендарок. И сейчас мы сделаем подарочек. Я сделаю крафт. Да-да-да-да-да, вам не показалось. Я прямо сейчас закупаю 2 МП7 крафти и делаю крафтецкий. О-хо-хо-хо. Ну чё, братик, я же говорил то, что у тебя не будет ни одной легендарки. Я на свои слова отвечаю. Опа! Да ты что, еще и Акэр Дрэгон выпал. Ничего себе, как же ему повезло. А сколько сейчас стоит Акэр Дрэгон? Так, сколько он стоит? Давайте проверим, ради интереса. 250 голды. Так, ребята, но я считаю, что 250 голды это слишком много. У меня, да, у меня как ютубера Кента ПК, он будет стоить 50 голды. Опа! Продали. Да ты что, зашибись. Продали Акэр Дрэгон за 50 голды. Он, наверное, когда зайдет, плакать начнет. А, хотя не-не-не, он не будет плакать. Знаете почему? Потому что у него слишком много голды. Я предлагаю эту голду потратить на что-то полезное. Охота за наклейками. Ох, ребята, ха-ха. Давайте-ка мы прямо сейчас, знаете, что мы сделаем? Я ставлю запросик 0.5 и прямо сейчас куплю 100... Не, хотя давайте 150! 150 колонок! Ха-ха! Ну чё, братик, в успехов тебе! Обнял, приподнял! Прямо сейчас 150 М40 Cursed Fire прилетает им инвентарь. Просто представьте, да? Вот это прокачка! Заходит после прокачки инвентарь, а там вот такие вот... М40 Cursed Fire. Так, ребят, давайте проверим, нету ли тут наклеек, потому что если тут есть наклейки, то эти скины надо что сделать? Конечно же продать 0.3, но наклеек тут нету. Так, ну у нас еще осталось очень много аркан. Что же мы с ними сделаем, я вот думаю. Так, ребята, ну давайте, например, P90 Самурай. Вот смотрите, это P90, правильно? Значит, мы его продадим за 90... Ой, какие есть 90? За 0.0.90, правильно? Это меньше, чем одна голда! Ничего себе! Ха-ха! Обалдеть! Так, это UMP 45 Beast. Значит, мы его продадим за сколько? За 45 голды! Ну, это же UMP 45! Значит, тоже за 45 голды продаем! Ох, ребята, вот это похулиганили у него в инвентаре! Ха-ха!
Ну, ребята, как мы видим, у нас еще осталось 148 голды. Ну, это прям очень-очень-очень много. Поэтому мы прямо сейчас всю эту голду потратим на самые бесполезные скины. Давайте подумаем, какие скины самые бесполезные в мире. О, М40 Бигл, это самый бесполезный скин в мире. Давайте, ребята, долистаем куда-то пониже. Найдем какой-то М40 Бигл с наклеечками и сделаем ему подарочек от нас. То есть, просто представьте, М40 Бигл. Купим, ну, например, там, голды за 60. Ни один адекватный человек никогда в жизни не купит М40 Бигл за 60 голды. Но если это кем-то ПК, и он на аккаунте вот такого вот хорошего человека, да, то, конечно, ребята, мы прямо сейчас пролистаем самый-самый низ и купим за 60 голды. Так, а что же мы купим? Надо вот найти какие-то наклейки, какие максимально страшные. О, 4 пингвина. Да ты что? Ха-ха! Братик, с Новым годом. Так, ну что, ребята, у нас осталось еще 83 голды. Давайте листать дальше. О, М110 Transition. Ребята, М110 это просто самый бесполезный скин на планете Земля. Поэтому давайте-ка мы прямо сейчас долистаем самый-самый низ и опять же потратим еще 70, а то и 80 голды, чтобы он просто зашел в аккаунт, а там нет голды вообще. Там даже обманывать никак, никому не выйдет, понимаете? Поэтому мы сейчас пролистали, и давайте мы купим какой-то с красивыми наклейками. Вот, например, вот этот, да? С красивыми наклейками, ну, в кавычках, с красивыми в кавычках. Посмотрите. Все, братик, теперь будешь играть с М110 и с М40. Вот так вот поздравляю, это твои новые скины. И радуйся, то, что у тебя хотя бы есть такие скины, потому что если у меня будет плохое настроение, то я могу и их продать. Так, ребят, у нас осталось 3 голды на балансе, но у нас еще есть целых 3 арканы. Надо это как-то исправлять. Ну, например, мы сейчас зайдем на М4 самурай, да? Это же М4, да? Услышь, М4 самурай, значит, мы его продаем за сколько? Мы его продаем за 4 голды. Ну, логично, логично. Все, братик, поздравляю. Это прокачка инвентаря от Кента ПК. Так, у нас еще есть 5-7 вином. А давайте-ка мы продадим все его скины, которые у него есть, и купим еще один кейсик. О, 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 56, нормально, нормально, нормально. У нас 96 голды. И у нас еще остался Кэр Дрэгон. Мы его продаем за 240 голды, и нам голды хватает. О, нам хватит голды ровно на еще 2 кейсика. Имба! Так, какие кейсы самые-самые невезучие в мире? Это Скорпион. И самый-самый невезучий это Эмпайр. Я эти именно 2 кейсика и куплю. Зашибись. Вот это он будет шакак, когда зайдет аккаунт. Вот это мы ему сделали подарок. Прям от души, душевно в душу. Будешь знать, как похищать моих друзей. Так, ну что, Дилан будет раз, Дилан будет 2, Дилан будет 3, Дилан будет 4. Ну чё, братик? Полетели. Ой, я сделал буст на арканы. Ребят, я извиняюсь, хотел буст на рарки. Yes, yes. Выпала рарочка. Блин, 100 трек. Эх, ну ничего страшного. Давайте еще один скорпион кейсочек. Ну че, родненький, что ж тебе падает-то, а? Еееет, жизнь на 100 карбон. Зашибись. Сколько он стоит? Ты что, понимали? Мы только что 100 голды потратили на скин, который стоит пол голды. Ха! Ну а сейчас у меня будет самый хитрый план в мире. Знаете почему? Потому что я хочу, чтобы он больше никогда никого не обманывал и никогда больше не играл в стенда 2. Поэтому я прямо сейчас зашел в рандомную карточку. Да, тут реальные игроки. И прямо сейчас я всех их буду обзывать, чтобы получить бан за кибербул. То есть представьте, насколько же это было бы круто, если бы вы еще и забанили. Потому я пишу: вы все бомжи. Я киберобманщик. Вы все никто. Я ваш царь. Просто, ребята, представьте, как же игроки будут в шоке. Мне тип написал: ты гений. Я пишу: ты гений без буквы Н. Ха-ха. Хорош мой повелитель. Кто меня забанит? А, нубы. Ну давайте, чтобы наверняка забанили, я еще буду бросать флешки по своим. Алло, братик, привет, эту флешечку лови. Опа. Так, теперь давайте дымка подбросим. Оп, родненький. Все, идеально, просто идеально. Вот теперь я уверен, что я на этом аккаунте точно получу ему бан. Я вот, ребята, как-то смотрю на его аккаунт, и у него слишком много голды. Поэтому давайте-ка мы еще один Rainbow Seeker покупим. Ох, братик, мне кажется, после этого видео ты больше никого никогда в жизни не обманешь. Ну чё, поехали, Rainbow Seeker Pack, полетели, и на, выпадает стикер про Зашибумба! Зашибись, мой любимый стикер. И знаешь, что мы сделаем с этим стикером? Блин, я бы продал бы за 0.3, но мне слишком лень листать самый-самый низ. А знаете, что я придумал? А я вот этот вот аккаунт отдам кому-то из вас. Просто напишу логин и пароль в моей телеге по ссылочке в описании. Поэтому, ребята, все, на этом видео заканчивается. Обязательно прожмите лайк,
подпишитесь на мой YouTube канал, напишите любой хороший комментарий. И самое главное, кому нужен этот аккаунт. Ну, кстати, этот аккаунт еще нормальный, он стоит примерно 300-400 голды. Кому нужен этот аккаунт, прямо сейчас переходи ко мне в телегу, и я тебе его дам совершенно бесплатно. Ссылочки в описании, и обязательно подпишись. Все, ребята, всем пока.